Здравствуйте, я Бойнов Григорий Вячеславович, активист профсоюза действий, представитель фонда рабочей академии. К нам в профсоюз обратились работники Всеволожской КМБ за разъяснением ситуации по прошлому году. Итак, в прошлом году у них упала зарплата в среднем на 10-12 тысяч в связи с тем, что у них уменьшились стимулирующие. Много ли это мало? Ну, давайте посчитаем. Итак, если зарплата упала на 12 тысяч, умножив это на 12 месяцев, потому что, в принципе, средняя зарплата равна отпускам, то мы получаем такую цифру 144 тысячи, а это примерно зарплата на подработку на полставки. И вот вопрос, вернут ли эти деньги с помощью каких-то активных коллективных действий, либо устроиться на полставки и работать, и получать те же самые вредности, которые ты испытываешь на ставку. Ответ очевиден. Конечно же, лучше побороться коллективно за возвращение стимулирующих в полном объеме и не брать дополнительные работы. У нас с этим проблема с самого начала. Итак, вот здесь вот на экране вы видите протокол заседания комиссии по оценке показателей деятельности от 30 марта 2020 года, номер 5. Посмотрите состав этой интересной комиссии. Итак, председатель комиссии... Заместитель главного врача по борьбе с личным составом Зенкова Лариса Ивановна, на тот момент она являлась в том числе и председателем карманного профсоюза, то есть сидела на таких интересных двух стульях. Как это совмещать, непонятно. И вот здесь вот даже есть председатель молодежного совета Баранова, она же и заведующая диагностическим центром. То есть, видите, тут все заслуженные люди, и они решают, естественно, судьбу рядового персонала, прислушиваясь к их нуждам. Все это надо ставить в кавычках. Они решают утвердить оплату с апреля 2020 года и стимулирующие выплаты в соответствии с утвержденной методикой от 2018 года с учетом коэффициента выполнения плановых показателей. И, соответственно, смотрите, они вводят в операционный блок коэффициент такой 0,67. То есть, если раньше стимулирующие платили в полном объеме, то сейчас смело умножаем на 0,67. Потому что так решила комиссия. Ну и вот откуда появляется вот это вот 10-12 тысяч, я спросил у Владимира Геннадия Петровича, какие у него были стимулирующие, он говорит в районе 39 тысяч. Несложно посчитать, что не досчитавшись 0,33 по этому коэффициенту, получается 12 с небольшим тысяч. 12 на 12 получается 144 тысячи в год. Вот об этой сумме и идет речь. Ну, а порядок действий очень простой. Надо действовать по Трудовому кодексу Российской Федерации. Вот Трудовой кодекс Российской Федерации подсказывает, что надо собрать коллектив 50% плюс один голос, написать требования, выдвинуть комиссию или каких-то делегатов для того, чтобы они с администрацией вели переговоры по отстаиванию тех требований, которые вы вынесете. В дальнейшем эта комиссия работает в течение 3 месяцев, может быть, это пройдет и быстрее, потому что люди, которые состоят в этой комиссии, опять же, по Трудовому кодексу Российской Федерации освобождаются полностью от работы, им платят среднюю зарплату все эти 3 месяца. Во время переговоров они посещают все подразделения, рассказывают, как идут переговоры, и подразделения говорят о своих пожеланиях, готовы ли они в дальнейшем еще как-то бороться за свои права. Этот профсоюз у вас есть во Всеволожской клинической межрайонной больнице, это профсоюз действия, там есть активисты, которые не боятся открыться, не боятся вести длительные, нудные, напряженные переговоры с администрацией Всеволожской клинической межрайонной больницы. Хочу напомнить, что Трудовой кодекс Российской Федерации носит заявительный характер. То есть о своих правах, которые прописаны в Трудовом кодексе, нужно заявить. Забудьте, что кто-то сверху придет и все порешает за вас. Нет. У вас свои интересы, у администрации свои интересы. И часто они противоречат, и вы не добьетесь ничего, кроме как организации коллективных действий. В нашем случае это сделать лучше под эгидой профсоюза действия. Итак, профсоюз действия в Всеволожской клинической межрайонной больнице существует, но он не представляет собой 50% коллектива, и поэтому отставить в полной мере права всего коллектива не может. Поэтому, наконец-то решитесь и вступите в профсоюз действия. Для вас придумана облегченная схема вступления. Итак, вы заполняете заявление, фотографируете его и отправляете на почтовый адрес vgp67@mail.ru и вступаете в профсоюз, имеете все права
и должны понять, что профсоюз – это не Геннадий Владимиров, это конкретно каждый, и каждый имеет право именно в рамках профсоюза отстаивать свои права. Итак, смотрите лекции на канале ФРА, подписывайтесь на канал ФРА, на канал профсоюза действия, будьте в курсе той борьбы, которую ведут на территории нашей страны различные трудовые коллективы, в том числе и не медицинские. И вы должны заметить, что там, где люди переходят к коллективным действиям, у них все получается. Просто большинство в нашей стране боится перейти к коллективным действиям, непонятно почему. Итак, ищем у себя волю, вступая в профсоюз действия. Ну и будьте здоровы. А пока. Пока.